Масштабные учения у берегов КНДР проводят военно-морские силы Соединенных Штатов и Южной Кореи. Тренируются одновременно в Японском и Желтом морях. Американцы задействовали атомный авианосец «Рональд Рейган», два ракетных эсминца, а также две ударные атомные подводные лодки. Маневры завершат 26 октября. Ранее США и Южная Корея провели в регионе совместное учение военно-воздушных сил.